Владимир Владимирович, позвольте еще раз поблагодарить вас за приглашение и, конечно, за создание позитивной рабочей атмосферы. Я хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, позитивный разговор. Мы обсудили фактически все вопросы повестки. Это не была встреча для того, чтобы утаивать проблемы. Это была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы. И хочу отметить, что очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось бы, до этой встречи. Я хочу сказать, что действительно по вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас общее представление, как эти коммуникации будут работать. Тема делимитации, демаркации, старта процесса – это не новая тема. Мы обсудили этот вопрос. Мы еще и приняли трехстороннее заявление, где мы зафиксировали, что надо до этого создать необходимые условия, то есть создать какие-то механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном. И, конечно, были затронуты еще гуманитарные вопросы. И я в целом тоже оцениваю сегодняшний разговор и сегодняшнюю встречу очень позитивно. И хочу еще раз поблагодарить нашего стратегического союзника, Российскую Федерацию, за инициативу. И я думаю, что вот если на базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора, то можно ожидать и конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которое получило мандат от народа Армении на открытие эры мирного развития для нашей страны, для нашего региона. И мы нацелены на это. И, конечно же, вот сегодняшняя встреча пошла на пользу к реализации этой повестки. Спасибо.